Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям. Президент заслушал доклад о работе и планах ведомства предстоящей трансформации МЧС. По словам министра Сырыма Шарифханова, планируется переориентация деятельности с ликвидации на предупреждение случаев ЧС. Также он проинформировал президента об укреплении материально-технической базы, цифровизации, повышении кадрового потенциала и уровня социальной защиты спасателей и пожарных. По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд задач по сокращению количества чрезвычайных ситуаций, оперативному реагированию, а также снижению последствий чрезвычайных ситуаций и повышению защищенности наших граждан.